Бать, ты пойми, любое открытие сейчас. Это прежде всего бабки. У тебя там деньги, карьера, а на нас все наплевать. Я быть лузером не хочу. Вот если бы можно было вернуться в прошлое. Тебе плохо? Тебе плохо? Все нормально, все нормально. Главное достоинство социализма – это уверенность в завтрашнем дне. А что происходит-то? Бабушка. Слава богу, пока нет. Дед. Какой я тебе дед? Этого не может быть. Здрасте. Никита Киселев угадала? А. Подожди, а мы что, все на ней поедем? Едешь, конечно, да? Нет, сеть хихикать будем. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Я с ними. Еще выгляжу как лох. Ну ты решил, что по научному атеизму я тебя буду подтягивать. Тебя грешечки не завалит. Интернет бы сюда. Что это такое? Журнал такой. Ломинский? Ну, да, там тоже есть. Скажи, где шпаргалка? Оставлю зачет. Измеряю расстояние, на которое пролетела мышь. Никита. Маша. Я раньше вообще не понимал, почему мои родители любят ходить в поход. Дух Пушкин, ты здесь? Через 25 лет я вас обязательно найду. Если человек попадет в прошлое, то он начнет стремительно стареть и проживет максимум месяц. Я должен все остановить. Стой! Ты же не случайно появился в нашем институте. Овечка Доля была зла и рано умерла. Слушай, только не грил. Так кинь в микроволновку. Микроволновка? Это статья о светлом будущем, считался? Ну, кажись. Что ты не подумал?